Всем привет, с вами я, Бортуш 58, и это 10-й эпизод прохождения Готики 3. И сейчас я нахожусь, честно сказать, не в очень хорошем состоянии, чтобы записывать Готику в прямом смысле. В общем, расскажу сейчас, что произошло. Нет, я не заболела, ничего такого со мной не случилось. В общем, это все связано с Готикой, и все это произошло буквально вот прямо только сейчас. Итак, первое. У меня опять слетели все настройки. Ну, ладно, в принципе, к этому я уже привык. Слетают уже не впервой, во второй раз все послетало. Опять в итоге пришлось удалять конфиги с настройками и заново все восстанавливать. Но самое интересное произошло тогда, когда я вроде бы все настроил и решил начать новую игру. Захожу я такой, решил загрузить игру, а тут бамс, а ни одного сохранения нету. Вообще ни одного нету. Я не знаю. Вот вы бы видали мое состояние тогда, когда я все это увидел. Значит, я перезашел. Ничего, это был не глюк. Действительно, сохранения вообще не было. Чего я только не делал. Сохранений нет. Потом, значит, я догадался сделать одну штуку, которую я не сделал ранее. Поскольку настройки слетели, соответственно, включился альтернативный баланс. И значит, думаю, может, не знаю, это из-за альтернативного баланса. Взял, выключил его, и действительно, сохранения все появились. Как только я его выключил и перезашел в игру. Да, чудо свершилось, скажем так. Похоже, когда играешь с альтернативным балансом, сохранение сохраняется, так скажем, куда-то в отдельную папку. Ну, или, не знаю, там создаются специально отдельные сохранения. Когда играешь без альтернативного баланса, там свои сохранения. Так что теперь с этого случая я буду, не знаю, перед каждым эпизодом делать копию сохранений, действительно. Копию сохранений, копию всех конфигов и так далее, потому что надоело. Опять, естественно, соответственно, сбросились все настройки звука. Вот, честно, кажется, музыка громкая или, в общем, громкость большая. Вот, не знаю, честно, все посбрасывалось, все слетело. Поэтому я не знаю, как меня сейчас слышно, как слышно игру и так далее. Все это, честно сказать, немножко раздражает. И да, по-моему, скорость мышки стала слишком большой, хотя... Нет, возможно, я ошибаюсь. Ладно, чем мы займемся в данном эпизоде? В этом эпизоде мы займемся немножко нашей прокачкой. То есть я наконец-таки потрачу куда-нибудь свои 60 очков обучения. Ну, хотел бы я потратить их, конечно же, вот на такой вот прикольненький навык, который называется лучник. Но также было бы неплохо изучить навык хотя бы вот этот вот охотник за дичью. Было бы очень неплохо. Так, потом, значит, в этом эпизоде мы немножко позанимаемся ковкой. Ну и по путешествиям по местности. То есть особо заморачиваться с квестами в этом эпизоде я не буду. Так, ну что ж, давайте для начала о ковке. Я внимательно прочитал все ваши советы насчет ковки. Вы мне посоветовали сейчас особо сильно мечи так не ковать, сэкономить всю мою сталь и потом уже выковать более, так скажем, ценные вещи. Именно более ценное оружие. Но сейчас я сделаю все-таки для себя один меч. Так. Довольно дорогие. Вот рубиновый клинок бы. Смотреть, что за меч вообще такой. Просто интересно было бы. Не. Ну так вот, один меч, а именно палаш. Я его сделаю специально для себя. Значит, смотрите, он требует у нас 120 силы. В принципе, сейчас я не знаю, сколько у нас силы есть. Наличие. Давайте посмотрим. Так. Сила, сила, сила. А, у нас всего лишь 5 силы не хватает. То есть, смотрите, очень даже неплохо будет. 5 силы я прокачаю. Бонус. Короче, урон от клинка будет 60, плюс еще дополнительно бонус плюс 10 от того, что мы его выковали сами. То есть, смотрите, это у нас уже урон 70, плюс мы его заточим, будет урон 80, что вообще замечательно. А меча, который находится у меня сейчас, урон... Так, сейчас. Тут только 70, то есть у нас урон возрастет еще на 10 единиц, что, в принципе, будет тоже довольно-таки неплохо. Но, конечно, у нас не будет бонуса убийца орков, ну... Тем не менее, ладно. В принципе, как-нибудь пока что без этого бонуса побуду. В принципе, орков-то не собираюсь убивать. Так, значит, я делаю только один меч. У меня есть
в наличии все необходимые ингредиенты для создания данного меча. Напомню, что нужна сталь, шнапс, а также нужны волчьи шкуры. Давайте заточим теперь данный меч. Так. Вот он, мой меч. Отлично. Теперь урон от клинка, как вы видите, 80. Что ж, неплохо. Очень даже неплохо. Стоп. Не понял, почему он 110 силы стал требовать? Это от того, что мы его сами выковали, что ли, стал столько силы требовать, или от заточки? Да нет, странно. Ну-ка, давайте. А, турок, освободи нам кузницу-ка, а? Хотя, мы рецепты можем так посмотреть. Странно. Так, где у нас? Вот, кузнечные заготовки. Тут еще написано, требуется силы 120, а тут 110. Не понимаю, как это получилось, если кто-то понимает, то отпишитесь, буду благодарен. Ну, не знаю, скорее всего, от того, что мы его сами сделали. Что-то такое. Ну ладно, даже силы не пришлось качать, смотрите-ка. Сразу мы его экипировали. Вот. Ну что ж, неплохо, урон у нас теперь составляет 80. Давайте сейчас тогда сохранимся, и я куплю у турока какой-нибудь рецепт. Там, значит, у него покажи мне был рецепт рубинового клинка. Чисто посмотрим, что это за клинок. Просто мне интересно. Так, занимаем наковальню, пока он не занял ее за нас. Так. Угу, смотрите, тут уже требуется силы 150. Зато урон будет у нас 95. То есть, смотрите, аж на 15 единиц больше, что, в принципе, неплохо. А, и тут нам нужен навык ковка рудного оружия. У меня недостаточно опыта. Да, значит, смотрите, мы еще этот рубиновый клинок просто так не сможем выковать. Нам также потребуется 500 золотых монет и одно заклинание света. А также он дает, кстати, бонус сильный мечник, что, в принципе, делает его очень даже неплохим таким мечом. Ну ладно, давайте сейчас загрузимся. Я не собираюсь сейчас платить 4000 монет за данный рецепт, но, тем не менее, я его куплю, так скажем, как можно скорее. Просто деньги сейчас мне могут потребоваться на что-то, скажем так, более важное. И чтобы не остаться вот так вот без единого гроша, я сейчас покупать ничего не буду. Ну же, Готика, давай быстрее грузись, а. Такс. А, опять эти прогрузки дурацкие. Ну что ж. Ладно, остаемся, значит, с этим мечом. Так, а, кстати, сколько там навыка требует? Так, ковка рудного оружия 25. У нас кузнечное дело 11, и повышается на очень-очень медленно, поскольку нет практически таких квестов, за которые мы можем себе увеличить навык кузнеца. Ну, есть, но очень-очень мало. Поэтому в основном навык кузнечного дела нам придется качать за очки обучения. Таким вот всякими разными другими способами мы этот навык тоже никак не улучшим. Ну что ж, ладно. В принципе, все. Давайте пойдем вот изучим навык лучника. И будем думать, что делать дальше. Так, для этого, значит, нам нужно будет телепортироваться в Кабдун. Так, вот, где у меня тут руна телепортации в Кабдун? Я уже подзабыл, что это у меня за руна. Наводил бы, высвечилась какая-нибудь подсказка, что-либо. Было бы неплохо. Так, Редок. Ага, восьмерка у нас стоит в Кабдун. Давайте телепортируемся в Кабдун тогда. И... Так, отлично, мы в Кабдуне. Что ж, неплохо. Так, и сейчас давайте... Пойдем мы прокачаем навык. Уже для лучшего обращения с луком. Потому что... Большинство монстров, всяких зверей я валю при помощи лука, поэтому думаю, что в первую очередь прокачаю именно этот навык. Но также мне придется повысить немножко ловкости. Так, ну сейчас давайте вот изучим, как мне стать охотником за дичью. Тоже, в принципе, мне пригодится. И он будет, насколько я знаю, наносить
дополнительный урон таким монстрам, как падальщики, вепри и так далее. У нас есть еще, так скажем, второй ранг данного навыка. Это охотник за крупной дичью. Здесь мы причиняем двойной ущерб хищникам. Ну, варги, не знаю, относятся нет к этому. Ну, например, мракорисы там всякие. Всякие тролли, наверное, хотя тролли, не знаю, сюда относятся нет. Хотя, почему и нет. Те же самые варги, наверное, и так далее. Так, ну что ж, пока что мы прокачаем первый навык. Покажи. Так, нет, стоп, я не хотел твои товары смотреть. Покажи мне, как стать охотником за дичью. Ты должен быть осторожен. Твоя добыча всегда будет начеку. Выбери хорошее положение для стрельбы и нацелься на сердце добычи. А потом убей ее. Отлично. Изучен навык охотник за дичью. Осталось очков обучения 55. Так, а сколько нам ловкости нужно? Ты еще не готов. 19. Ну ладно, тратим 20 очков обучения и прокачиваем ловкость. Хорошо. Продолжай. Отлично. Хочу научиться лучше стрелять из лука. Ты должен быть быстрым, но в то же время спокойным. Тебе понадобится уверенная рука и меткий глаз. Иначе ты только зря потратишь свои стрелы. Отлично. У нас осталось еще 30 очков обучения. Ну ладно, так уж и быть. Давайте изучим охотник за крупной дичью. Как мне стать охотником за крупной дичью? Ты не сможешь убить одним выстрелом большого зверя. Прежде чем убить, ты должен ослабить его. Целься в разные уязвимые места и будь быстр, чтобы он не успел убить тебя. Как только он ослабнет, тогда пристрелить его будет лишь вопросом времени. Отлично. Так, а подкрадываться к животным? Так, где это у нас? Подкрадываться, это что у нас где-то тут или где это у нас подкрадывание-то вообще вот? Стоп. Дикий охотник. 150 ловкости. А это у нас лук сейчас дает, я так понимаю. Ну ладно, все, пока что все. И так потратили целую кучу очков обучения, как вы видите. Зато теперь я буду разносить всех на раз-два. На ком бы испытать? Кстати, еще чуть не забыл. Новый лук. Давайте посмотрим, может мы сможем купить себе новый лук. Более ценный для меня. Какие же тут дорогие цены все-таки, а? Длинный лук. А у меня какой, интересно. Мне, по-моему, такой сейчас и есть. Длинный, так. Да, какие же тут все-таки большие цены на луки. Даже сколько нужно денег на все это потратить. Ладненько. О, так вот и первая жертва. Так. Неплохо. Я не знаю, то ли он... Вот смотрите, он вроде как намного быстрее стал натягивать тетиву, насколько я знаю. Я не знаю, у меня постоянно мышка как-то немного быстрее стала вилять, это... Не знаю, может, связано с тем, что опять все настройки посбрасывались, не знаю, может, мне кажется, конечно, но... Такое чувство, что чувствительность увеличилась, хотя на самом деле она в настройках нисколько не увеличилась. Так, падальщиков мы теперь убиваем с одного выстрела, что, в принципе, неплохо. Ну, что ж, теперь... Использовать лук будет намного эффективней. Да и в принципе, в ближнем бою я тоже теперь уже не зеленый новичок. Хотя, как сказать, в ближнем бою, в принципе, все-таки еще новичок, но урона будет побольше. Вот так, наверное, надо было сказать. И сейчас я отправляюсь в одно очень интересное место. Да-да, наконец-то пришло время сходить в одну прикольную пещерку на побережье, в которой находятся у нас драконы. Меня очень многие давно просили туда сходить. И вот, наконец-таки, я решился сходить в эту пещерку. Ё-моё. Что я тут так туплю на обычном падальщике? Не знаю, пройду я это все или нет. Я не буду здесь что-либо ускорять. То есть все будет в реальном времени. Все будет... Без каких-либо ускорений, без нарезок и так далее. Как вы видите, здесь у нас все монстры полностью восстановились, так как раньше их тут не было. Ну, я их убивал еще на одном из первых стримов. Я помню, путешествовал по этому берегу тут. Всех попереубивал. Получил кучу опыта, а сейчас... Вот, я не знаю, была ли эта фишка...
с восстановлением животных в оригинальной готике или нет. По-моему, ее не было. Этой фишки. Она была добавлена именно контент-модом. Я, конечно, может, ошибаюсь, но... Если кто знает, вот отпишитесь, пожалуйста. Вот насчет этого буду прям крайне благодарен. Мне просто вот интересно узнать, было это в оригинальной готике 3 или не было. Кстати, смотрите, мы не знаю, мы вроде быстрее стали передвигаться, когда вот так натянули лук. Конечно, может быть, это я не знаю. Опять все накручиваю. Думаю, вот так вот, вот. Что мы теперь там супер крутой лучник. На самом деле все практически так же, как было, так и осталось. Ну, не знаю. Ладно. А, в голову тут в шнугу практически нереально попасть. Так, и третий. Отлично. Так, ну, в принципе, мы уже близко к цели. Эта пещера находится здесь совсем неподалеку. Там у нас находятся два дракона, если мне, конечно, не изменяет память. Эти два дракона также нам нужны для выполнения одного из новых заданий, добавленных квест-пакетом. Давайте сейчас вам даже покажу. Так, задание вроде у нас за Ордею засчитывается, да? Драконы. Неужели снова драконы? Задание от Мильтона получили. Надеюсь, что оно засчитается, когда мы убьем этих драконов. Ну, конечно, если убьем их. Действительно, ну, я приложу максимум усилий, чтобы их убить. Хотя, все-таки броню бы я бы хотел себе получше. Честно. Но насчет брони вы мне тоже дали прикольные советы. Вы мне подсказали купить одну прикольненькую такую броню. Ну, не купить даже, а самому сделать. Броня из панциря ползунов. Там нужен специальный рецепт на эту броню купить. Для этого нужно насобирать панцирей. Но я их уже насобирал в той вот пещере, в которой побывал в предыдущем эпизоде. Там просто дофига ползунов было. У меня сейчас больших пластин ползуна 6 штук. Так, а обычных 14. Я не знаю, сколько там чего надо, но надеюсь, этого хватит. Рецепт стоит довольно дорого вроде. А сколько он там силы требует, я точно не знаю. Ну, посмотрим. Но вы мне написали, что очень прикольный доспех и стоит его брать. Ну что ж, посмотрим. Я еще до этого обязательно дойду. Так, ну а я, в принципе, уже практически у своей цели. Вот это та самая пещера, в которой я направляюсь. Сразу говорю, пещера довольно-таки сложная. Здесь мне придется помучиться. Ну, короче, все как обычно. Мне не привыкать. Так. Подбираем всякие мечи. Кстати, думаю, что в этой пещере мы также получим новый уровень. Потому что, смотрите, до нового уровня осталось совсем чуть-чуть опыта получить. Итак. Нас сразу же встречают первые противники. А именно... Да ё-моё. Что они все такие сложные для меня, а? Что будет тогда, если я поставлю тяжелый уровень сложности? А, я знаю, вы там сейчас сидите, смеетесь за кадром. Ну, не умею я сражаться, не умею. И, в принципе, я не собираюсь, скажем так, этому как-то серьезно обучаться, что ли, потому что, ну... Здесь эти тактики боя, они не такие интересные, как в той же самой второй готике. Здесь тупо, не знаю, щелкаешь мышкой. И очень многое зависит от противника. Может быть, конечно, я немножко ошибаюсь, но, по крайней мере, на непрокаченном уровне меча мы практически ничего не сможем сделать. Поэтому давайте. Мы же прокачали лук. Почему мы им не пользуемся? Почему я вообще полез в ближний бой, а? Понять не могу. Вот, с лука я тут вас всех застрелю сейчас. Давайте, идите сюда. Так. Нужен, ну. Так, ты у нас смельчак, да? Иди сюда. Получай. Так, а вот... ё-моё, вот... Все развернулось. А вот вас-то я забью в ближнем бою. Давай, иди сюда. Ну вот, короче, все, видите, состоит из... тупого закликивания мыши.
То есть, тупо вот так вот сижу, кликаю. И так далее. Ну, не так интересно. Это сейчас, когда прокачаю там меч немного, там вроде будет немножко более интересные атаки. Так, давайте сохранимся. Так, пойдем дальше. Собираем здесь всякие вот эти вот грибочки. Все это нам пригодится. Так, сундук открываем, собираем все из сундука. Отлично. Это не сработает. Так, не во время боя. А, ты решил на нас напасть. Ну, погоди, погоди. Давай. Вы глупо ВП или зассал? Зассали, да? Идите сюда. Так, 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 сейчас я вас тут всех сделаю. Так, ну же, идите сюда. Так, ну. Так, минус один. А, ну почему, вот, что мне не нравится в этом луке, то, что им немножко сложно целиться. То есть, если простой бой на мечах, он простой бой на мечах, то с луком тут все немножко более сложное. Так, фух. Убили кое-какого. Так, давайте сохранимся. Так, все, теперь можно точно сохраниться. А, почему? Не понял, я же нажал. Почему я так часто стал сохраняться? Ну, были, скажем так, у меня уже неудачные моменты, особенно когда бегал в предыдущем эпизоде по этой пещере. Были там у меня неудачные моменты, связанные как раз-таки вот с тем, что я просто не сохранился, и меня потом убивали. Поэтому сейчас я сохраняюсь очень часто. Так, и последний. Отлично. Да нет же. Да вроде не, я уже вроде не в бою. Да? Так. Тут у нас что? Учебный корень. Собираем это все. Дракон у нас находится в самом низу. Я думаю, что в принципе вы их сможете увидеть уже непосредственно прямо отсюда. Как я буду их убивать? Ой, вот это вот действительно непростой вопрос. Я еще сам не решил, то есть я вот сейчас иду и по пути даже решаю. И думаю, как их убить мне. Скорее всего, при помощи магии, потому что с луком и стрелами, я думаю, их вообще никак не... Ой, с луком и стрелами не одолею, ну а ближний бой, думаю, тут это вообще бесполезно. Так, давайте, значит, свернем пока что сюда. Посмотрим, что у нас тут. Наверняка, что у нас тут, что-нибудь тут есть такого интересненького, кроме как трав. О, кстати, охрана трава неплохо. Ого-го-го-го-го-го. Огры. Огры, ну, поначалу их можно спутать с орками. Потому что, ну, смотрите. Во-первых, они, я не знаю, они немножко похожи на орков. Если так посчитать. Плюс название у них очень похоже, что огр, что орк. В принципе, одно и то же. Но это вовсе не орки. Они вовсе не такие простые, как те же самые орки. Они убивают, не знаю, эти огры с пару ударов. И мы им наносим урона очень-очень мало. Сразу говорю, в ближний бой с ограми, по крайней мере, не с непрокачанным оружием, даже не суйтесь. Они вас вынесут на раз-два, вот. Честно слово говорю. И хоть прижимай, хоть нет, они вас вынесут. Ни в коем... Ой-ой-ой-ой-ой, сколько их тут. Они вас вынесут. Поэтому самый лучший вариант это убивать их при помощи лука. Лук, арбалет, ну, короче... Любое оружие дальнего боя. Да что такое? Что они... Так быстро уходят, а? Стоять. О, неужели я одного выманил? Было бы неплохо. Разве что, если сунуться и добить, нет. К сожалению, ни одного. Стараюсь стрелять как можно чаще в голову. Видите, сколько им нужно урона нанести, чтобы убить. По тому, как они передвигаются, по скорости передвижения, они, в принципе, идентичны оркам. Ну, а по виду они похожи, не знаю.
на каких-то древних людей, скажем так. За них мы получаем аж 320 опыта, в оригинале 400. Вещей у них ценных не будет. А оружие, сейчас вам покажу, какое у них было. Так, оружие. Вот, значит, смотрите. Кистень орков. Урон 125, и это изношенный. Представьте себе, какой будет урон, если он будет не изношенный. Вот поэтому мы получаем такой большой урон. Потом, значит, требуется силы аж 500. Вот так. А цена в золоте, она, можно сказать, никакая. Обычно рядом с этими ограми чаще всего бывают какие-то полезные вещи. Ну, заметьте, так всегда. Это вот я чисто сужу по своему опыту игры в Готику 3. Потому что так всегда было. Уж поверьте мне, потому что там, где огры, там всегда есть то, чем можно поживиться. Потому что разработчики всегда туда прячут что-нибудь полезное. Так что огры довольно-таки сложные противники. Ну, если вот так их вот убивать, как я делаю сейчас, то никакой опасности они, в принципе, не представляют. Разве что мы на них так тратим очень много стрел. Сейчас бы убить одного, потому что вдвоем их не получается нормально выманить. А потом по одному бы я их бил бы спокойно. Так, ну вот, у нас вроде этот выманился один. Я так думаю. Давайте его убьем. Так. Давайте сейчас точно выстрел в голову. Отлично. Хотя вроде не попал. Ну ладно. Так, вот сейчас точно попал. Наверное. Ну, урон, как видите, проходит очень маленький. Так, 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 он приближается. Так, не дам ударить меня. Отлично. Прям кистенерков. Ничего ценного у них нет, в основном всегда с них падает шнапс. В количестве несколько штук. Так, ну что, я не знаю, давайте рискнем. Вот чисто вам покажу, что будет, если мы сунемся в ближний бой с ними. Чисто покажу. Я знаю, что он сейчас меня вынесет, а просто хотел показать, а мало ли, может убью. Последний, да, остался. Попробую, не знаю, самую такую стандартную тактику, она, видите, не работает. Я ничего не успеваю сделать. Он начинает свою серию атак, все. Он тут же и моментально и заканчивает из-за того, что наносит просто гигантский урон. Тут не сработает никакие тактики, типа прижал к стене и бьешь. Нет, 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 он по-любому вас начнет атаковать. По-любому. Так что самый лучший вариант, как я уже и сказал, это убивать его при помощи лука. То есть, вот, самый лучший вариант. А, кстати, да, точно. На них, наверное, не, по ним, наверное, не проходит такой большой урон от лука, по той причине, что вот эти вот навыки же охотник за дичью, они не действуют на огров-то. Так, ну ладно. Продолжим обычным путем их убивать при помощи нашего замечательного лука. Который я, конечно, бы уж хотел сменить, но пока не судьба. Нам бы сейчас подкопить денег, вот действительно. Нам сейчас в большом количестве нужны деньги. Нужно нам, значит, покупать кучу рецептов. Все это мне нужно. Потом, значит, нам было бы неплохо сменить свой лук. Прокачать еще ловкости. И потом уже начать качать все-таки меч. Потому что, ну, сами понимаете, без меча здесь далеко не уйти. Тем более, если я планирую делать, скажем, бойца. Я не собираюсь делать лучника. Вы никак не сможете здесь нормально играть, если у вас будет, допустим, по максимуму вкачан лук, но не будет прокачан меч. То есть нужно качать и то. И плюс добавок еще и магию придется качать. Так, ну давайте глянем, что у нас тут интересного есть. Так, музыка играет? Никого нет, ладно. Сундук, железный сундук. Ну вот, в принципе, те самые ценные вещи, о которых я вам и говорил. Огненный шар, забвение. Ну, в принципе, тут не порадовали только огненные стрелы. Так, а тут? Изгнание зла.
Видимо, ценный свиток. Правда, не знаю, как она что использовать. Сразу говорю, я не особо силен в магии в третьей готике. Так, это у нас даже не костер толком. Поэтому я тут мало чего знаю о заклинаниях. Так, сюда мы сможем, нет? Забраться. Хотя вот тут сможем. Так. Ой, ползуны, ползуны. Ой-ой-ой. Да, не стоило так начинать бой. Нужно было хотя бы сначала восстановить здоровье, хотя я не знаю, сколько мне его было вообще, может быть. Оно мне даже было полное, хотя нет, если бы у меня полное здоровье было, то ползун бы мне не вынес трех ударов. Так. Сейчас начнем бой нормально. Посмотрим. Пещера сама по себе довольно-таки большая. Я хотел бы посетить еще одно интересное место в этом эпизоде. Хотя, почему бы нет, давайте посетим. Я не знаю, насколько эпизод выйдет, но место следующее я обязательно посещу. Смотрите-ка, почти полное здоровье. А, ясно, я, похоже, не сохранился. Да, ну, ладно. Ни ногр, ни проблемы. С одним мы справимся. Сейчас по-быстренькому соберем заново вещи из сундуков и снова отправимся туда вперед. Вглубь пещеры. Так, 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 так. Смотрите, какой большой урон он наносит. Всего лишь от одного удара. Так, стоять, куда пошел? Я с тобой еще не закончил. Так, ну еще, думаю, три выстрела. И, в принципе, он будет мертв. Так, и последний. Отлично. Что ж, собираем все вещи. Давайте сейчас быстренько пробежимся по всему этому. Быстренько все соберем. После этого сохранимся и пойдем дальше. Так, собираем быстро тут всякие ржавые мечи. Мне это не нужно. Кстати, вот эти вот ржавые мечи, они мне тоже там могут дать немного, но хоть какие-то деньги. Кстати, сейчас мне набор из этого сундука больше нравится. Как видите, здесь все рандомно, то есть... Это не сработает. Да блин, ползун напал где-то вот. Где? Ладно, все, вроде отстал. Как видите, здесь все рандомно и... Может, о, кольцо какое-то я его пропустил раньше. И может выпасть, и не знаю, хоть... Сколько тут полезных вещей я пропустил. Может выпасть, там, не знаю, хоть какие-нибудь драгоценности, хоть там какие-нибудь зелья там и сталь. Да и тут, смотрите-ка, набор вроде получше. Ну ладно. Значит, неплохо, что я помер тогда. Все, теперь сохраняемся. Ну, если так считать, по стоимости все примерно одинаково все-таки. То есть я не знаю, как тут это все суммируется, но примерно все одинаково. То есть, как вещи-то могут быть полнейшим хламом, но стоимость у них примерно одинаковая. Так, лучше вот тут, наверное, да, будет пройти туда. О, связка оружия, даже не, даже вторая. Связки оружия, сразу говорю. Это такие универсальные вещи, которые нужны для выполнения многих заданий, как повстанцев, так и орков. Так что не пропускайте ни одной связки оружия, вам они будут требоваться постоянно на протяжении всей игры. Так, ой, два, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нехорошо вот так спускаться. Вот видите, потому что они так 100% вас атакуют. Блин, я падаю вниз, кажется, нет? Да, я упал вниз. А он, кстати, дракон там, если что, впереди. Нехорошо так. Давайте сейчас, не знаю, куда-нибудь к стенке упрыгаем. Попробуем там начать бой с этими ползунами. Так, ну уж давай быстрее грузись, а? Если во второй готике там загрузки моментальны, то здесь приходится немножко, так скажем, ждать. Конечно, порой это иногда помогает, скажем так, немножко расслабиться перед следующей большой битвой, но
когда идет запись. Честно, это только бесит. Это только немного бесит. Так, значит, давайте быстренько идем. Так, вот сюда пройдем, давайте. Все, отлично. Интересно, я их свалю, нет, вниз, хотя нет, они будут здесь стоять, как у стенки, я так понимаю. Хотя, не знаю. Так, ну, вдвоем атаковать они меня, похоже, не собираются. Я пока что еще не включил альтернативный искусственный. Да ё-моё, интеллект. Но в ближайшее время собираюсь это сделать. Я точно оценю, насколько это прибавит, скажем так, сложности, насколько это прибавит мне новых проблем и все такое. И точно уж решу, стоит мне данную функцию включать или нет. Я не хочу, чтобы мне там было проходить очень сложно и всякое такого. Я этого не хочу. Хочу, чтобы я играл с удовольствием. Вот. Если сейчас я помираю довольно-таки часто, я не хочу себе все еще там нереально усложнять. Хочу нормальную, чистую игру. Конечно, я бы поиграл бы с большим хардкором, если бы я играл не на запись. Но когда я играю на запись, тут, честно сказать, не особо охота вот загружаться по 10 раз. Действительно, я вам так скажу. И давайте сейчас еще здесь возьму какой-нибудь в руку факел, потому что тут дальше местность пойдет уже довольно темная. Так, факел. А, вот факел. Нужен, ну. Так, все, отлично. Вот что у нас тут, например? О, железный сундук. Неплохо. Кусок серы, кстати. Поскольку мы изучили добычу руды, мы в скором будущем сможем добывать серу, руду и всякое такое. Думаю, в этой пещере, конечно, этой серой руды нету, но во многих других пещерах мы это все найдем. Это нам очень в будущем пригодится. Так, ну, так, вот тут нужно быть аккуратным, чтобы не упасть вниз. Так, вот кто на меня нападает, а? Повсюду столько противников, а кто нападает, я даже не знаю, я не вижу никого тут. О, там вот этот свет вроде. Внизу. Так, идем сюда. Здесь у нас находится немножко грибочков. Ну же, так, собирайся. Так. Спускаемся вниз. Самое главное здесь не упасть. О, драконий корень вообще. Круто. Поскорее нужно изучать алхимию, но вы мне посоветовали алхимию не изучать до того, как я не посещу Гельдерн. Поскольку там мы сможем очень неплохо повысить свой навык в алхимии. Ну ладно, в принципе, я подожду. Все равно, какая разница, когда ее качать? Конечно, я же не буду ее качать там под конец игры, нет. Я, в принципе, довольно скоро ее прокачаю. Так, ну что ж, все, сохраняемся. Сейчас, похоже, будет самая сложная битва с драконом. Причем не с одним. Так, дракон. Первый. Так, ну и тут вроде по отдельности находится, так что убьем как-нибудь. Как-нибудь. Я не знаю, чем его убивать, честно. Честно, я не знаю, чем. Столько всего, столько. Ах, так, чтобы такое испытать. Разряд молнии. Во, вот это вроде у нас неплохой свиток. Очень ценный. Нет. Не особо ценный. А смотрите. О, они что, еще вдвоем агрятся? О, это жесть тогда. Смотрите, они еще летают, это жесть. Я не знаю, как я их буду их убивать, ну-ка. Смотрите, сносят чуть ли не все здоровье и атакуют вместе. Так, это жесть, как я их убивать буду? Вот в чем вопрос.
Похоже, нужно... Сейчас, если у меня не получится со свитками, то, значит, действую так. Использую по максимуму свитков, использую там какие-нибудь огненные стрелы, отхожу как можно дальше и издалека стреляю. Самое главное — убить первого дракона, потом я отойду как можно дальше, излечусь и приду уже ко второму. Если смогу убить первого, то, соответственно, убью как-нибудь и второго. Это понятное дело. Так, изгнание зла, волна пламени. Кстати, тоже неплохое заклинание пламенный. О, пламенный меч. Тоже неплохо. Исцеление, нет. Нет. Вот, вызов молнии. Вроде довольно мощное заклинание у нас. Давайте посмотрим. Во-во-во. Вот это вообще, наверное, очень мощное заклинание. Сразу говорю, в магии я не особо силен, так что извините, что не так говорю. Вот, это точно, наверное. Ничего себе, сколько маны жрет. Наверное, сейчас убьет. Нет, смотрите-ка, не убило. Кстати, смотрите, довольно неплохо. Так, можно чуть ли... Хотя, стоп, он еще хилится. Нет, показалось. Так, ладно, в принципе, мне это заклинание нравится. То есть, смотрите, сейчас я придумал небольшую такую тактику. То есть, смотрите, сейчас все будет. В ближний бой я не полезу точно. Буду бить только чисто с дальнего боя. То есть, сначала быстро вот эти вот два свиточка использую, которые я сейчас использовал. То есть, первый использовал, быстро восстанавливаю ману, использую второй свиток, а потом начинаю отстреливаться. Там при помощи стрел. Стрелы, наверное, буду использовать огненные. Не знаю, сколько у меня их, но не копить же их мне всю игру. Действительно. 89. Так, давайте подготовим. Уберем камни телепортации пока что. Они мне не нужны. Так, значит, свитки. Еще раз. Так, вызов молнии, оно нет. Так, оно, по-моему, потом, значит... Ну, так, на пламенный шар на всякий случай оставлю, ну, мало ли. Тут сколько у нас? Сколько? 80 маны требует пламенный шар. Вернее, огненный. 15. Ну, смотрите, мы можем огненный шар запустить. Конечно, тут хорошо было. 110 маны, вообще идеально. А ну, хотя, смотрите, ну... Ладно, не знаю, что получится из этого всего, посмотрим. Так, это... О, это вода. Фейл бы был вообще сейчас гигантский просто. Начал бы воду пить вместо маны. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, получится сейчас убить. Нет, самое главное — убить одного. Вот, самое главное. А со вторым там будет уже как-нибудь попроще. Так, отлично. Убегаем. Быстренько хилимся. Ну, правильнее сказать, восстанавливаем ману. Дракон приближается. Так. Так, иди сюда. Нет. Ну, нужно как-то... использовать два этих заклинания сразу. Они еще долго кастуются, что, в принципе, тоже не особо хорошо. Ладно, сейчас попробуем отбежать вообще подальше. Я тут сейчас просто немножко растерялся. Я не смог найти лестницу наверх. То есть, смотрите, было бы неплохо немножко уйти наверх. Не знаю, что это даст, но посмотрим. Так, наверх проход. Тут у нас его нет, а где он? А, вот, тут нет. Ой, я когда гоблина... О, кстати, можно тут где-нибудь спрятаться, в принципе. Почему бы нет, еще одна неплохая такая идея. Тут мы его достанем, нет? Вообще прекрасно. Так, отходим. Быстро. Так, дракон, ты где? Ой, так, он уже летит. Он нас не может достать. Главное, сильно не высовываться, то он на 100% попадет.
Круто. Кстати, а ведь неплохой такой способ. Он нас не достает. А мы его с арбалета достанем? Нет, интересно. А мы, похоже, его тоже не достаем. Или достаем. Смотрите-ка, мы по-моему, его достаем, а? Я не знаю, честно. Нет, вроде попадаем. Смотрите, все-таки как-то там краешком. Да, смотрите, точно попадаем. Ну что ж, вообще будет неплохо тогда. Неплохая такая тактика. Отлично. Мы выполнили задание, то есть, похоже, достаточно убить было одного дракона для выполнения задания. Но я не остановлюсь на этом, мне нужно убить второго. Так, второй. Что у него есть? Яйцо дракона. Золотая чешуя дракона. Сердце дракона. Чешуя. И музыка такая прикольная играет. Так, второго. Ну, значит, план примерно тот же самый. То есть, смотрите. Сейчас восстанавливаем ману. Сейчас использую этот свиток. Он у меня, к сожалению, последний остался. Ну, ладно. Не убегаю куда-нибудь назад. Тут мне придется немножко повозиться с ним. Ладно, так, давайте убегаем на это же место. Так, ну же, ну же. Ну и... Где ты? А, вот ты, ты убежал назад. Ну почему? Почему ты ушел назад, а? Ладно, в принципе, давайте... Так, вот не хотел бы вот так вот зазря тратить вот эти огненные стрелы, потому что они... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Это уже мне не очень нравится. Так, иди сюда. Так, ты что, опять назад уходишь? Я не понимаю. Или куда ты там лезешь? Смотрите, куда он лезет? Блин, а мы что-то в него не попадаем. Так, чувствую, сейчас попадет, ведь. О-о-о-о, вы это видели? Во-первых, посмотрите на здоровье. Во-вторых, вы видели? Этот шар пронесся прямо рядом со мной. Я не знаю, в сантиметре от меня. Как? Как у него здоровье восстановилось? Что за бред? Блин, все, кажется, он нас тут не достанет. Все. Дракон, он немного глупый, он пытается в нас попасть, но попадает в стенку. Поэтому мы убьем его отсюда. Так уж и быть. Потому что другого варианта у меня нет. Действительно. Ну же. Так, ну же, и что-то я попасть теперь не могу. Буду убивать с обычных стрел, так как я и так потратил... Довольно много огненных, не знаю сколько, ну, порядка штук так 30. Может быть 40 я потратил уже. Они мне еще очень пригодятся, поэтому вот, давайте бьем так. Все равно нам тут вроде ничего не сделает. Так, ну, долго ты еще биться будешь. Интересно, конечно, может кто-то сейчас начнет. Сразу возражать и говорить, да ты нечестно их убиваешь, ты типа вот, я не знаю, какими-то багами пользуешься и всякое такое. Ну, я бы не назвал это багом, что вот он сюда не может попасть, то я там укрываюсь, выглядываю, стреляю. Я не вижу в этом способе ничего такого нечестного. Знаю, да, что в открытую и вот, не знаю, стреляя вот отсюда и укрываясь за стенками вот этими, было бы намного интереснее, но... Во-первых, было бы намного больше загрузок. А во-вторых, а убил ли я их вообще таким способом? Или нет? Я просто вам хочу показать все самое интересное, как можно раньше, скажем так. Сперем здесь большое количество золота. Тут у нас есть прочный железный сундук. Посмотрим, что в нем находится. Ого, две взрывных стрелы. Посох мага.
который, кстати, можем продать неплохо, так как он мне не нужен. Кольцо защиты от стрел, 4 зелья выносливости, 2 яблока и 4 стали. Вообще, неплохие такие вещи, я вам так скажу. Этот ползун у нас сверху упал, я помню. Так, соберем здесь большое количество золота. В принципе, думаю, что практически все золото, которое мы потратили на прокачку, я сейчас восстановлю. Смотрите, сколько у меня сейчас золота. У меня было где-то порядком там 12 тысяч. Сейчас у меня 3600. Продам вот тут все, что насобирал в этой пещере. Думаю, что наберу где-нибудь. Тысяч так. Ну, не знаю, может не 12, но 10, думаю, наберу точно. Хотя, не знаю. Посмотрим. Собираем здесь все грибочки. Все это нам пригодится. Так. Давайте, кстати, зажжем какой-нибудь факел. Вам, наверное, сейчас вообще ничего не видно. Мне-то не особо тут все видно. А вам-то вообще, наверное, темно. Ну что, давай, ну. Не понял. Что такое? Почему ты не хочешь факел брать? А, вот, все. Так. Старый сундук. Ой, сколько тут денег опять. Сокровища вроде у нас 500 монет, если я не ошибаюсь, конечно. Так, 3900. А нет, смотрите-ка. Похоже, 300 всего лишь. Смотрите, так, 4234 собираем. Вообще 250, ну что-то мало, слишком. Большой сундук, старый сундук. Сколько у нас тут всего? Посмотрим, что у нас тут. Дофига амулетов. Зелье превращения, целебное зелье. Оба ванка магической руды. Золотой самородок, серебряный кубок. Ну, неплохие такие вещи, скажу вам так. А этот мы не откроем, да? Невозможно. Да, тут нужен навык взлом невозможных сундуков. Но мы его откроем, поскольку у нас есть сейчас одно заклинание взломывания замков. Так, ну, в принципе, все. Я взломал этот сундук. Открываем, посмотрим, что у нас тут. Это все. Это все. Ради такой фигни я тратил целый свиток. Да. Вот бывает, вот рандом, такой рандом, честно. Я не буду, конечно, тут перед каждым сундуком загружаться, потому что это реально теряет весь смысл вообще от сундуков. Поэтому я не буду таким способом поступать, но тем не менее вот такой рандом. Когда-то вам может 400 монет выпадет, а когда-то вам дофига всяких разных ценных вещей. Вот так вот. Ну ладно, в принципе, мне и так до этого тут уже неплохо повезло, так что не всегда же должно вести с сундуками. Так, ну и кованый сундук. Посмотрим, какое оружие нам дадут на этот раз. Печальный арбалет. Ух ты, смотрите, какой урон у него. Ну, в принципе, да, это же арбалет. У арбалета всегда больше урон был. Я, кстати, специально все вот это вот оружие такое прикольное, я его не продаю. То есть, смотрите, вот мне попадаются там всякие вот рапиры, всякие вот кинжалы ассасинов. Я их не собираюсь даже продавать. Я специально их храню, так скажем, на память. Все оружие, которое достается мне из кованых сундуков. Так, денег почти 5000. Неплохо. И еще думаю, что остальные 5000, ну, или хотя бы почти 5000, я восстановлю на том, что продам практически все, что тут я нашел. Так, ну а я хотел еще сходить в одно интересное место. Ну, честно сказать, уж не знаю по времени, как это получится. Это не особо уже хорошо по времени. Так, а давайте сейчас быстренько телепортируемся в Кабдун. Давайте. Давайте сейчас продадимся. А дальше посмотрим, как быть дальше. Так, значит, вот это мне все не нужно. Посох мага всего за 1200. Так дешево. Это что-то чересчур, мне кажется. Я-то думал, что я больше сейчас тут денег
Чем заработаю? Полуторный меч, ничего себе, кстати, а где мы его достали? А-а-а, точно, точно. Сейчас вам расскажу такую вещь, можно сказать, вот это вот действительно, можно сказать, немножко читерская такая вещь. Хотя, в принципе, с какой стороны посмотреть. Ну, ладно, в общем, такая вещь, что в Монтере там у многих наемников... Так, а у него денег не хватает. В Монтере у многих наемников-орков есть вот эти вот самые полуторные мечи, значит, избиваем наемников-орков и достаем у них этот самый меч. Ну, сразу говорю, как получил этот меч я, это очень просто. Я случайно ударил одного из наемников. Ну, как случайно? Опять бандиты напали, помог убить бандитов и в итоге ударил одного из них. Что, в принципе, неудивительно. Такое у меня уже случалось не раз. И вот в итоге пришлось избить, достать этот меч. Таким вот способом я точно не буду зарабатывать золото. Блин, ну этого тоже, смотрите, золота практически нету. Так, ну ладно, вот. Так. А в принципе все, мне больше нечего продавать-то особо. Почти 12 тысяч. Неплохо. Мелкий торговец. Покажи мне Интересно, так. А, еще давайте амулеты. Так, отсюда шкатулки, хотя... Короче, ладно, из разного ничего продавать не будем. Мало ли, куда мне это все пригодится. Все, 12 тысяч. Ладно, восстановили более-менее, но... Все, можно сказать, благодаря вот этому вот полуторному мечу. Кстати, скоро мы сможем такие ковать. И вот этот вот способ получения золота при помощи ковки я уже считаю нормальным. То есть тут мы действительно потратим дофига ингредиентов, дофига денег на рецепт, еще плюс изучить ковку и всякое такое. Тут... В этом способе я не вижу особо такого ничего нечестного. И да, кстати, я вам скажу еще пару способов, как мы сможем получить эти полуторные мечи. Такой способ я тоже считаю нормальным, и... Ничего читерского не вижу в этом. В Монтере, как в принципе и во всех других городах Миртана, есть арены. Соответственно, я смогу там посражаться. А в Монтере... Я смогу сразиться вроде с тремя, с четырьмя противниками. Точно не скажу, и у некоторых, может, у двоих там, я точно не скажу, есть эти самые полуторные мечи, которые мы сможем продать и получим еще неплохую такую сумму денег. А деньги, как я уже и говорил, мне сейчас очень нужны. Оли, о, нет, ну ладно. Уж натянул, пофиг. И мимо. Печально. Печально, что так стрелу потратил. Эй, ну, давайте. Эй, ну как так? Ну, я хочу вас от, хотя бы в одного попасть. Не зря же эти навыки качал. Во. Другое дело. Так, что? А, ух ты, огненную стрелу установил. Назад неплохо. Их же подбирать можно, если не попадешь. Точно, я об этом как-то уж немножко подзабыл. Так, ладно, трава у нас точно, я знаю, не восстанавливается, хотя... Что-то здесь слишком много трав, я уже понемножку начинаю что-то убеждаться в обратном, что у нас еще и травы вдобавок восстанавливаются. Ладно. Так, значит, сейчас вам покажу то место, куда я хотел еще сходить. Это последнее место. А, там у нас находится различного рода нежить. Ну, сейчас посмотрим, там вообще что находится, чисто так. С местностью познакомимся, если... Там будет много монстров всяких разных там и так далее, то не пойдем. Ну так, немножко побудем. А так, в принципе, мне делать нечего. Тут, ну, значит, был носорог, помню. Я его валил. Так, ну нам нужно пройти чуть-чуть вперед. Именно тут сейчас вся эта нежить и будет. О, ящерица. Кстати, было бы неплохо еще в Орды
Мильтону сгонять. Так, ну вот, зомбаки. Хотя, я не знаю, вроде тут немного. Ладно, давайте чисто тут эту вот небольшую окрестность. Вот эти вот дома обчистим и так далее. А тут у нас еще пещера, помню, есть. Там тоже много чего полезного. Посмотрим. Зомби, ну... Сражаться с ним в ближнем бою тоже не самый лучший вариант, я вам так скажу. Это я по своему опыту говорю, наносит очень большой урон. Он более быстро, чем, допустим, тот же самый Огр. Но убивается вроде чуть побыстрее. При помощи... Хотел вот опять сказать арбалета. Не знаю, почему вот мне всегда, когда я хочу сказать лук, меня тянет на арбалет. Я не понимаю, честно. Ага, ой. Ну вот, смотрите, два удара. Чуть ли нам не половину здоровья снес. Так, ну думаю, еще два... Нет, даже одного хватило выстрела. Отлично. А по опыту вроде сколько мы... А нет, с огромным побольше опыта, смотрите, получаем точно, точно больше. Так, ну ладно, давайте. Так, отлично. Так, ну опять, почему 5, я не знаю, не нажалось. Сохранение. Видимо, как только мы поели что-либо, игра почему-то у нас сразу же моментально не хочет сохраняться. Нужно подождать, видимо, хотя бы одну секунду, чтобы она у нас сохранилась. Так, еще один зомбак. О, волк. Волки, думаю, мне теперь не так страшны. Смотрите, чуть ли... Не половину здоровья, а ведь это еще не в голову. Хотя большие стаи. Для меня страшные большие стаи. Ой, я что несу. Я не умею нормально комментировать, когда на меня нападает такое количество разных животных, всяких волков и так далее. Просто начну сбиваться с мысли и нести всякий бред. Могу вот так вот начать ускоряться и так далее. Ну, потому что. Реально не самое лучшее место для комментариев, так. Отлично. Ну, в принципе, неплохо. Это намного лучше, чем было бы со старым уроном от нашего арбалета. Хотя, если так посчитать, то особо такой прям гигантской разницы тоже незаметно. Сразу говорю, что по этой местности я похожу еще немножко за кадром. Тут у нас пещера есть вон там впереди, насколько я знаю. Ну, я думаю, что там ничего особо интересного нету. Думаю, там у нас нет никаких кованых сундучков, хотя, кто его знает. Сам точно не уверен. О, так, давайте вот этих двух зомбаков забьем, там сундук какой-то стоит. Вот его бы я хотел обшарить. Но остальное все уже за кадром. А если что-то интересное там будет в виде сундуков, то я... Давайте покажу вам обязательно это в начале следующего эпизода. Я надеюсь, на мне тут сзади не нападет какой-нибудь волк там или... Шершень. Так. Надеюсь, по крайней мере, так. Так понимаю, сюда указатель показывает на Монтеры, либо на Кабдун. Да, на полух. Ничего себе, по шершням уже вообще гигантский урон прилетает. Так, но мне не нужно допустить, чтобы этот зомби слишком далеко ушел, так как у него становится здоровье. Да как так? Вот прям сквозь него стрела пролетела. Я точно попал в него. А она сквозь него пролетела. Так. Давайте чуть отойдем. Так, еще один выстрел. Еще последний. Отлично. Вообще круто, кстати, по опыту. Ну, до следующего уровня нам тут еще довольно-таки далеко. Хотя, если я тут поиграю за кадром, а я обязательно поиграю за кадром, я вам обещаю. По крайней мере, вот эту вот местность я точно всю зачищу за кадром, как и говорил. Так. О, падальщик. Как я давно тебя не убивал. А там еще один. А, пещерка, так хочется туда сходить, но... Не пойду все-таки сейчас.
Ё-моё, гоблины, ой-ой-ой-ой, сколько понабежало, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ё-моё, сейчас убью, сейчас убью, сейчас убью, сейчас убью. Убегаю, я лучше убегу. Не хочу, чтобы меня убили. Я лучше убегу и расстреляю их с арбалета. Нет, я не пойду, пожалуй, в пещеру. Вполне возможно, что с этими гоблинами есть квест какой-то, хотя... Хотя вряд ли. Вроде, насколько я знаю, квестов тут вообще нет никаких. Тут даже поблизости нет ни одной живой души. То есть некому дать нам квест. Поэтому, думаю, спокойно здесь всех перебью. Там какой-нибудь железный сундук наверняка стоит. Я так думаю, и все. Так, этого зомбака тоже оставим в покое пока что. Вот этого. Что у нас тут хотя бы? О, большой сундук. Невозможно. А-а-а, жалко. Блин, у меня нет этого заклинания. Ладно, давайте зомбака напоследок вольнем. Так, вот этот сундук нужно обязательно нам любым способом вскрыть. Там у нас предсказывал, что-то есть ценное. Ну, это и понятное дело. Хочу научиться взламывать невозможные сундуки. Тут их очень мало в игре. Навык может быть в какой-то степени даже бесполезный. Потому что сундуков мало, в основном всех можно взломать при помощи вот этого вот свитка. Взлом замков. Но, тем не менее... Все-таки хочу изучить вот и все. Вот. Прямо сейчас, как видите, сложилась какая ситуация. Свитка нет, а сундук есть. Так, и еще последний. Отлично. Так, а где дубина? Так, ну вот. Ладно, тогда что ж. Буду с вами прощаться. Я тут еще за кадром поиграю, чуть-чуть побегаю. Ну а с вами все это время был я, Portal68. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Наконец-то я в него попал. Ну и до встречи в следующем эпизоде. На следующем эпизоде мы продолжим выполнение заданий в Монтере. А этот эпизод у нас был, так скажем, такой вот немного необычный. Потому что, ну, не все время же выполнять эти нудные задания. Нужно как-то немножко отвлечься от этого дела. Ага, ладно, так уж и быть. Все вот. Я с вами попрощался уже. Ну, напоследок убил вот этих вот двух шершней.